Неси, Алтай, ошейник свой чудесный. Вновь доктор дядя Миша ждет гостей. Нам предстоит немало путешествий, вопросов, разговоров, новостей. За столом друзьям не тесно, разговор идет живой. Будет в школе интересно вместе с Верой и Фомой. Математика. Связь между компонентами и результатами умножения. Здравствуйте, друзья мои. Алтай, поздоровайся. Алтай мой верный друг, моя овчарка. А я Михаил Гаврилович. В прошлом детский врач, сейчас на пенсии. Мы вновь ждем в гости наших соседей и добрых друзей, брата и сестру Веру и Фому. Вера учится в 3-м классе. Ее брат Фома постарше, помогает ей готовиться к урокам. Будем за чаем обсуждать учебные вопросы. А вот и ребята. Открываю! Проходите. Да вы с шарами? Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Привет, Алтайка. Дядечка Мишечка, здравствуйте. Нет, Алтай, это не тебе шарик. Да я вижу, что ты хочешь с ним поиграть. Но у тебя когти острые, проткнешь. А какие шары-то большие. Синий, красный, да еще гелием наполненные. А что на них написано? На красном Сима, а на синем Савва. Хм, что ж. Ну, вы их можете здесь, в прихожей, отпустить. Выше потолка они не улетят, а потом заберете. У вас какой-то праздник? Чей-то день рождения, наверное. И даже не один день рождения. Ой, у нас такие новости. Сейчас мы вам все расскажем. У наших с Верой одноклассников родились брат и сестра. Так, еще раз. У ваших с Верой одноклассников? Но вы же в разных классах учитесь. Да, и они тоже в разных. Витя в моем классе, а Оля в классе Фомы. И у них родились брат и сестра? Сразу у обоих? Одновременно? Ага, представляете? Ну, это как же так получилось? Не догадались, да? Витя и Ульяна тоже брат и сестра, как мы с Фомой. И они оба в нашей школе учатся. И еще у них сестра Катя. Она постарше Веры и помладше меня. А братик Саша пока в школу не ходит. Ах, вот оно в чем дело. Многодетная семья. Ага, теперь прямо очень многодетная. У них позавчера еще двойняшки родились. Сима и Савушка. Теперь, значит, стало 6. Хм, замечательно. Замечательно, когда в семьях много детворы. А шарики, это вы их поздравляли? Да, мы к маме Вите и Уле ходили, к роддому. Нас ребята сами позвали. Мы Маргариту Федоровну хорошо знаем. Она у Фомы английский преподавала, пока в декрет не ушла. Еще и мама учитель, вот это да. И что, неужели вас к детям пустили? Нет, конечно, но мы под окнами роддома с шариками стояли. И даже мелом на дорожке написали «Поздравляем!» Маргарита, это тебе, кажется, кричат. Вон там, с шарами, хоть помаши им. Неужели это все твои? Ох ты, ребята, ну придумали. Нет, моих только 4. А другие их друзья и ученики мои. Эй, да-да, я вас вижу. Спасибо. Ах, вы мои хорошие. Очень нам Маргарита Федоровна обрадовалась. Махала, плакала даже. Самих малышей мы, правда, не видели. Ну, рановато еще. Ой, а как мы эти шарики покупали? С Ульяной, Витей, Катей. Как нам их потом надували? Тоже целая история. История с математикой. В деньгах запутались. Ну, расскажите. Уля, давай еще раз. Сколько стоит один шарик? 4 рубля. А сколько у тебя денег? 92 рубля. Фома, я же тебе 10 раз уже говорила, сколько у меня было в копилке
Я все деньги взяла с собой. Ну и покупайте шарики на все деньги. Верочка, это будет 23 шара. И очень хорошо. Представляешь, Катя, как мы придем к маме с целой кучей шаров. Нет, Витюша, нам столько не надо. Каждому по шарику достаточно. А вдруг какие-нибудь лопнут? Или улетят. Не лопнут, они крепкие и не улетят. Мы их держать будем. Хорошо, сколько нас всего пойдет поздравлять вашу маму? Ну, человек 7. Очень просто. Значит, нам нужно 7 шаров. Хорошо. И половина из них должна быть синяя, а половина красная. А какие дороже, синие или красные? Витя, цена у шариков одинаковая, 4 рубля. Но мы же должны сказать продавцу, чтобы он дал нам шарики и того, и другого цвета. И еще надо сказать, чтобы он их надул. А то не надутые мы ведь не сможем подарить, а надувают бесплатно. Витя, погоди. Уля, давай сначала деньги посчитаем. Деньги за что? За синие шарики или за красные? И пусть еще сдачу дадут. Сдачу надо посчитать. Вы меня вообще запутали. Надутые, не надутые, синие, красные. Я все деньги продавцу отдам, а сдачу пусть он сам считает. Да, намудрили вы, братцы. Но в итоге разобрались? С шарами, да. А с математикой не очень. Алтай. О, а вот и чудесная доска. Похоже, сейчас вместе с Алтаем и будем разбираться. Ого! Сколько на доске сразу появилось шариков? Разноцветных, желтых, зеленых, фиолетовых, оранжевых. Но нам только синие и красные нужны. Вера, цвет нам пока не важен. Нам важно количество. Сколько всего шаров? 1, 2, 3... 8. Теперь под каждым шаром появилась цена. 4 рубля. Какое математическое действие нам нужно выполнить, чтобы узнать, сколько всего мы должны заплатить за шары? Можно, конечно, долго складывать. 4 плюс 4 плюс 4. Но быстрее и удобнее будет умножить. Что на что умножаем? 4 на 8. Вот Алтай уже примерно доске написал. 4 умножить на 8 равняется... Верочка, а помнишь, как называются компоненты этого математического действия? Что такое 4? Это первый множитель. А 8? Второй множитель. Правильно. А результат как называется? Произведение. Я еще почему хорошо запомнила? Потому что есть художественное произведение. Это, например, какой-нибудь рассказ или картина. Тоже художественное произведение. А есть произведение в математике. В умножении. Ну, все верно. Теперь давай умножать. 4×8 = 32. Таблица умножения. 32 рубля, все правильно. Столько Ульяна за шарики и заплатила. А ну-ка проверим. Как проверим? У нас чеков не осталось. Мы и без них проверим, с помощью математики. У нас есть 32 рубля. Что с ними нужно сделать, Фома? Ну, скажем, раздать 8 мальчикам и девочкам так, чтобы каждый купил себе шарик нужного цвета. Хорошо. Поскольку рублей достанется каждому человеку? Если мы деньги раздаем, это значит, мы их делим на равные части. 32 разделить на 8 получится... 4. 4 рубля получит каждый человек. Вот, Вера, ты математический закон открыла. Я? Да. Ты доказала, что каждый компонент умножения связан с результатом умножения. Если произведение разделить на один из множителей, то получится другой множитель. Вот это да! А если произведение разделить на другой, ну, то есть на второй множитель? Давай попробуем. Только надо условия задачи опять изменить. Например, так. У нас есть 32 рубля и... что, Михаил Гаврилович, какой вопрос поставить? Сколько человек получит деньги, если раздавать каждому по 4 рубля? Ага. 32 делим теперь на 4 и получаем 8. Пожалуйста, тебе второй множитель. Ура!
Давай-ка закрепим это новое знание. Алтай. Ой, все шары на доске стали белыми. Да, 8 белых шаров. А вы говорили, что вам нужны были красные и синие. Половина красных, половина синих. Потому что так принято. Синий цвет для мальчиков, красный для девочек. Кстати, а вы знаете, откуда эти цвета взялись? Я слышал, что-то там с орденами связано. Все верно. В конце 18 века император Павел I подписал указ, что каждый новорожденный великий князь в день крещения становится кавалером ордена святого апостола Андрея Первозванного. А у этого ордена была голубая лента. Да, а каждая новорожденная великая княжна становилась кавалером ордена святой Екатерины. А у этого ордена ленточка была красная. Именно. С тех пор закрепилась традиция мальчиков заворачивать синими ленточками, а девочек с красными. Да, но мы отвлеклись. Итак, у нас 8 шаров. Половина из них должна быть синяя. Сколько человек будет поздравлять маму с сыном синими шариками? Половина. А вторая половина поздравит с дочкой красными шариками. Половина – это значит, нужно количество всех шаров разделить на 2. 8 разделить на 2 будет 4. Проверяем. Первый множитель 4, второй 2. 4 умножить на 2 будет 8. Произведение – 8. Молодец. Вот, Алтай нам все условия задачи отобразил. Половина шариков стали синими. Получается, два действия, умножение и деление, между собой дружат или являются взаимообратными. Поэтому, если один множитель вдруг потеряется, то второй поможет его найти. Здорово! Чтобы множитель найти, нужно произведение разделить на другой множитель. А теперь, Верочка, попробуй сама составить числовое выражение на нахождение второго множителя в нашем выражении. 4 умножить на 2 равно 8. Значит, второй множитель у нас 2. И вопрос задачи должен быть про эту двойку. А, у нас всего 8 шаров. Можно я подскажу? Вопрос может быть такой: шарики скольких цветов нужно купить, чтобы каждому малышу достались по 4 шара? Мы 8 делим на 4 и получаем 2. Второй множитель – это 2. Отлично. Давайте кратко повторим то, что мы сейчас узнали. Каждый компонент действия умножения связан с результатом умножения, так? Так. И чтобы найти один множитель, надо произведение разделить на другой множитель. А чтобы найти другой множитель, надо произведение разделить на первый множитель. Надо будет Ульяне все эти правила напомнить. А она что, не знает? Да знает, конечно. Мы же их еще в 3-м классе проходили, когда были маленькими. Фома, между прочим, я сейчас в 3-м классе учусь, и я... уже не маленькая. А, извини, я что-то не то сказал. Ну, а ты тогда про эти правила расскажи Вите. Он же брат Ульяны. Было бы неплохо, если бы они дома математику повторили. Им сейчас не до математики будет. Как выпишут их маму с двойняшками домой. Ой-ой-ой, что начнется. Да ничего, все будет хорошо, справятся. Старшие дети помогут младшим. Уверен, семья там дружная, добрая. Очень. А мне понравилось поздравлять маму с малышами. Ну, Вера, у нас же много одноклассников. Может быть, у кого-нибудь еще братик или сестренка родится. Ура! И мы опять пойдем шарики покупать. Эй, Алтай! Смотрите, он за веревочки из коридора оба наших шарика тащит. Ну, спасибо. Нет, дружище, тебе ими играть нельзя. Они лопнуть могут. У тебя свой мячик есть. Да-да, вот этот. Он, по-моему, гулять просится. Хочет с мячиком поиграть на улице. Вот правильно. Давайте вы нас проводите. Мы со своими шариками домой пойдем, а вы с Алтаем в парк мячик гонять. Отличная идея. Вперед! Неси, Алтай, ошейник свой чудесный. Вновь доктор дядя Миша ждет гостей. Нам предстоит немало путешествий, вопросов, разговоров, новостей.
За столом друзьям не тесно, разговор идет живой. Будет в школе интересно вместе с Верой и